Да вы знаете, чем вроде бы больше возможностей, тем труднее. Это всегда так. Вот вроде свободнее жить, да? Свобода. Мы теперь только начинаем понимать, что это очень ответственная штука. И трудная. Это не то, что свобода, а гуляй, Вася. Нет, оказывается, вот видите, человек, обретая ее, начинает осознавать себя, свою личность, свое «я». Когда возникает вот эта свобода выбора, возникает и эта самая жуткая ответственность, в конце концов.